Я вам песню спою об одном гитаристе. Он чилийский подросток, был вожак и кумир. Я вам песню спою о веселом марксисте, что играл на гитаре, а слушал весь мир. Вы представьте себе, что вот эта гитара для фашистов страшна, будто совесть земли. В сентябре на допрос взяли Виктора Хара, и гитару его на допрос повели. Чтоб бежать он не мог, его крепко связали. Чтобы жить он не мог, расстреляли в ночи. Чтобы играть он не мог, ему руки сломали. И у песен, ребята, есть свои палачи. С голубых горгильер открываются дали, океанские ветры звенят, как струна, а гитару его сапогами топтали. И гитара поэта бывает страшна. Незаконченный век превращается в старый, но не все его песни, увы, хороши. И сама по себе не играет гитара, а дана человеку, как голос души. Так играйте, друзья, пейте ваши гитары, воскрешайте шеренги великих имен, чтобы в ваших руках руки Виктора Хара продолжали бы песни грядущих времен.